Йоу, всем добрый вечер, дамы и господа. Ну чё, вот мы подъехали на Фрайбург обратно, да? Да. Мы завершаем нашу тур, которую мы ехали с пятницы на субботу. Сегодня вечером мы выехали. Получается, сегодня у нас с понедельника на вторник, да? Сейчас у нас час ночи. Нам здесь обратно осталось 2 километра, и мы на месте. Я не стал все снимать, потому что зачем одно и то же снимать, да? Я завтра второй разгружаюсь. Примерно так 8:45. Завтра отсюда тут разгружусь, потом поеду туда в сторону Штутгарта, до Курца, там я уже тоже был, там будем грузиться на Чехию. Alles gut, jede Menge Platz links, keine Probleme. Rechts sieht es schick aus. Weiter so, viel weiter. Rechts keine Probleme. Jawohl, bis durch, bis zweiten Feuer. Так, этот час коллега будет заезжать прямо. Он завтра первый разгружается. Я второй. Этот чувак хороший, всегда нормально объясняет. Мы
rechts von den Heck weiter nach rechts. Du hast rechts gar keine Probleme, links kann es eng werden. Voll rechts. Rechts, 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 rechts. Weiter, weiter, weiter. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, langsam weiter. Rechts gar keine Probleme. Links, das passt. Du bist zu tief, ja? Gut. Noch Kaffee für unterwegs? Wenn du noch einen Kaffee übrig hast, eben gerne, aber du musst jetzt nicht extra wegen mir noch mal einen kochen. Nein, nein, ich hab noch drin. Kommst du? Ich mach dir rein. Ja, ich komm. Jungs, ja, доброе утро. Ну чё, я разгрузился. Уже другие почти тоже все разгрузились. Стоим здесь все в ряд. Да? Вот машина разгрузилась. Вот. Да. Я пустой уже тоже. Да. Там машина наверху одна пустая стоит. Сейчас еще одна будет груженная заезжать. Короче, узнал я, да, сколько здесь будет этажей. 6 этажей. Так что... Сюда, короче, придет что-то 135 модулей, да? Еще, не считая эту неделю, еще 3 недели будут возить сюда. Так что, может быть, еще я сюда приеду, да? За это время. На этой неделе сюда я по-любому не приеду. Я сейчас отсюда выеду, поеду в Бракенхайм, загружу Зилю. Отцеплюсь, поеду на фирму. Помою машину, заправлюсь, кое-что подделаю, но завтра вечером выезжаем, на Чехию поедем, да? Как-то так. Вот, смотрите, будет сейчас заезжать с маленьким модулем, зато машина четырехосная, сзади три оси, да? Еще старый Мерседес V8. Вот это были Мерседесы. А все остальное уже не Мерседес, да.